Саш, прежде всего, поздравляю с такой трудовой тяжелой победой. Спасибо. И твоя оценка сегодняшнего матча. Сегодня была такая силовая больше борьба. Много борьбы было верховой, внизу. То есть поле тоже немножко непривычно для нас было. Мы-то играем постоянно на искусственной поляне, а здесь настоящая трава еще высокая очень. Возни было много, то есть такой силовой футбол был хороший, но мы как бы оказались сильнее, мы хотели больше победить, и, соответственно, мы выиграли. Соперник чем-то удивил сегодня? Ну, особо ничем не удивил, то есть хорошая команда, то есть мы знали то, что у нас проходных игр не будет. Еще раз повторюсь, хорошая команда, то есть на хорошем уровне играет, равная игра была, нам больше повезло.